Бля, я с ней не смогу разговаривать, она очень серьезная, блядь. Дядька наш. А ты что, уже накурился или что? Тебе надо... Да пиздец, нахуй, накурился, блядь, водки выпил, блядь, свиней покормил, блядь. Ни хрена себе, вот это да. Зря, как... ты так о своих родственниках. Бля, ебать, ты жесткий тип, блядь. Не, ну думал, ты же хотел, чтобы я тебя повеселил, блин, а ты... Бля, ты нормальный, бля, мужик, смотрю, бля, сиди, думаю, не смогу разговаривать. Тут ебать такую тему задвигаешь нам. Скажи, я, слушай, что хотел тебя спросить. Вот за что ты любишь Путина? Блядь. А уйди нахуй. Ну нахуя? Вот реально, иди ты, нахуй. Вот ты здесь реально сидишь для чего? Ты тоже спросить, как я отношусь к Путину? Ну, о чем-то надо вести разговор. Ну, давай ты меня что-то спроси. Не, подожди, вот тут получается... Не, подожди, не хочешь отвечать? Не отвечай. Что ты сразу... Не, я просто хочу понять твою мысль. Подожди, вот ты... я отвечу. Ну-ка еще вопрос, какой был... Я говорю, за что ты любишь Путина? За все то, что он делает. Конкретнее можно? Потому что это так что-то... Ну, это абсолютно как... Это все. Как ни за что не люблю. Вот то же самое. Абсолютно все. За то, вот что абсолютно... он... Подожди, за то, что он мальчика в животик целовал, ты любишь? Я этот кадр не видел. Любишь, то есть ты бы тоже хотел, да? Ты завидуешь этому мальчику? Нет, зачем? За то, что он погибших жен, погибших моряков на Курске назвал 10-долларовыми шлюхами. Ты за это его любишь? Я это не видел, не знаю. Я за это как бы не видел. Я за это его не люблю. Ну а за что ты ее любишь? Ну, хорошо, за то, что Путин какает. Блядь, взрослый человек, какие вопросы? Блин, не, ну я не знаю. А за что ты его любишь? Ну скажи тогда сам, я просто же не могу понять. Ну да там, понять, хорошо, себе. Послушай, я хочу тебя... Дорогой, подожди, я хочу от тебя услышать ответ такой. Я люблю Путина за то, что у нас отличная... Он сделал так, что у нас отличная медицина я в России. Я, во-первых, его не люблю, я женщин люблю. Я его уважаю. Не, ну я имел в виду как политика, чего-то. Я же не говорю, что вы там с ним шпилили. Как политика, я его уважаю, он правильно себя ведет на международной арене. Все, устроить это? Все, ты на этой арене часто бываешь, на международной? Тебя должны волновать проблемы внутренней арены. Мне так, внутренняя арена... И мне кажется, что на этой арене... Мне нахуй его... За границу как бы не надо, я не стремлюсь никуда. Не, ну я понял, так вот мне кажется, что на вашей внутренней арене бычки стали голодные и невеселые. Допустим. Ну? Допустим. Ну так, тебе да, так но кажется. Ты, но ты все равно любишь, да? Ты все равно его любишь. Да. Хорошо, но конкретику можно какую-то услышать? Я же сказал. Конкретно мне внутренняя политика меньше волнует, чем внешняя. Тебя? Да. Нет, это понятно. Так почему тут внутренняя политика к Путину? Я говорю, Путина за что ты любишь? Бля, так он же тебе ответил. Я тебе говорю, как он ведет себя за его поступки на внешней политической арене. Я просто не знаю его поступков. Ты мог бы мне сказать, ну конкретно, он там, ну допустим, там, не знаю, бабушку через дорогу перевел там. Нет, внешне... Там, он, пожертвовал он... 10 миллионов долларов на борьбу с раком. Там. По-моему, он... Донбассу помогает. За границей, по-моему, он бабушек через дорогу не переводит. Ну а Меркель как ходит? А он ее за руку держит, дорогу ну, переводит? Ну да, конечно, вы не видели разу. Бля, такой же вопрос можно задать, как ты относишься к Порошенко? Не, никак. Почему ты так любишь Порошенко? Нет. Человек, который, блядь... А я могу ответить? Подожди, что ты... Секунду, что ты за меня отвечаешь сразу? Слышь, и мне кажется, вы Порошенко нашего больше любите, чем я. Сразу побежали отвечать за меня. Я Порошенко, как политика, люблю за то, что он не дал Русне захватить нашу страну. А не дал он как? Он объездил весь мир и добился санкций против России. Он добился того, что у нас есть безвизовый режим с Европой. Мы туда ездим как белые люди, а не как вы. Нищеброды. Да? Кто вы ездите? Два человека, блядь? Блядь, да ты очередь, блядь. Ты просто не представляешь, как... Нельзя, вот послушай. Паспорт невозможно... Подожди, ну ребята, ну прям что включите? Очередь, блядь. Секунду, паспорт секунду. Нельзя получить, запись на 2 месяца вперед. Говорите, никто не ездит. Почему, вы почему все уезжают от охуительной жизни? Они почему не уезжают, люди едут отдохнуть. За что? Столько много за деньги, денег. Ребята, вы не какие, поверите. Блядь? Какие деньги? Не, я понимаю. В общем, ребята, я прошу, давайте не на повышенных тонах. Смотрите, посмотрите сейчас на себя в зеркало.
Блядь. На себя худеньких, несчастненьких, с худенькими ручками. Посмотрите на меня. Вот так выглядит типовой украинец. Бля, я наркоман, все свои бабки хуярю на это, на лекарства. Я кайфую в этой жизни. Вопроса вот нет, это твой выбор. Живи красиво, но недолго. В принципе, послушай, в принципе, так Путин и хотел, чтобы ты сдох до пенсии и на пенсии уже не сидел уже. А я не сдохну, я всю жизнь буду кайфовать. Ну, молодец. В принципе, это хорошо. Ты считаешь, ты... Я смотри, вот можно так сказать, что Путин выбор наркоманов. Ну, пусть будет так дальше. Наркоманы России за Путина. О, так, новый слоган будет. Да, выйдем. Путин создал все условия для того, чтобы наркоманы могли кайфовать. Да, да, да. Ну, видишь, а вы не знали, как сказать, чтобы хорошо. Ну, у тебя же нету дорожек на... Куда? Ты, ты в пах колешься? Я под кайфом, ты за меня говори. Ну, ты в пах колешься, что ли? А какая разница? Мне кайф дает, самое главное, куда хочу. Я туда, говорю, ну, подожди, ну дорожек не видно, ты врешь, тебе же, ну, тебе не стыдно врать, наговаривать на себя? Каких дорожек? Что ты видишь, что в дорожке видел какие-то? Ну, на венах сразу тебе было бы видно. Вот так, через камеру? Ну, конечно, а что, нет? Блядь, я не этой иглой колю, что операция И, Моргунов, что себе в задницу ударил. Не этой иглой. Не, ну все равно, так или иначе, игла же не железная, ну в смысле, не игла, вена же не железная, она же не, все равно, рано или поздно, ты же знаешь, какой приобретает вид. Просто видно, ты мало общался с теми, кто реально сидит хорошо и плотно на игле. Да? А ты много общался? Ну, у меня, я как раз встретил одноклассника позавчера, и мы как раз на эту тему общались, уже, наверное, 30% моих одноклассников уже нету живых. Ну, у тебя понятия есть такие. Какие? Я против наркомании, ну, да, однозначно. Другие есть какие-то, друзья есть какие-то. Ну, просто я же уже пожил. И приходилось разные люди видеть. Пожил, а столько культуры не набрался с этой жизни, что незнакомого человека начинаешь оскорблять? Незнакомого человека спрашиваю, за что он любит Путина, это оскорбление? Нет, ты сказал Рашка. Или Рашка? Нет, так, ребят, ну это так весь мир считает. Рашка говно. Ну вот ты опять оскорбляешь. Рашка вообще, знаете, это по словарю, это место, куда выливают помои. Это, ну, факт просто. Идеально подходит. Допустим, это кого должно ебать? Как? Ну, нас это, как ты выразился, ебет только с той точки зрения, что ваша Рашка осуществляет агрессию против Украины. Только с этой точки зрения. Так, честно говоря, пользуясь вашим, как бы, лексиконом, Рашка мне до 2014 года в хуй не упиралась. Сейчас упирается? Есть немножко. Вам сейчас как вообще? Тяжело живется? Нормально как? Не тяжело? Ну, просто я на Россию хуй положил, как бы, я просто не знаю, как вы там. Не тяжело ли? О, нет. Это... Знакомое лицо. А че ж вы слились, девочки? Что такое? Полыхнуло у вас? Подожди, это как... Это вам же нажало, сейчас пиздец сидит. Напомни, ну кто? Да хуй какой-то. Они, блядь, одинаковые все, пиздец. Все толстые, блядь. Все толстые, блядь. Это... У вас же полыхнуло от того, что вы Путина любите. Че ты, блядь, морозишься? Сам нахуй Путина, блядь. Путина любите, только не знаете за что. Блядь. Дед Мороз, блядь, нажал на кнопку, блядь, а сейчас пиздишь, сидишь, блядь. Так что, вы подумали, почему вы Путина любите? Конечно, за то, что он тебя... За то, что я хотел сказать. Скажи, блядь. Ну давай, я сделаю вид, что я не услышал. Давай, за что ты любишь Путина? За то, что он вас переебал всех. Вот за это. Он гомосек, ты хочешь. Ты Путина сейчас пидором... Ты Путина сейчас пидором назвал. Товарищи из ФСБ, так и запишите. Вот этот чувак обзывает Путина. Вот таких пидоров, как ты... Вот так поближе тебя, да. Вот этот пидором обозвал Путина. Все, забирайте его нахуй. С кем он базарит? Все, заберу тебя, блядь, посидишь от наркомании, излечишься. Иди как раз. Иди в клинику. Иди в клинику, пиздуй. Какую такую клинику? Вот так они в прошлый раз, блядь, нажали, на меня сворачивают.